Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против? Нет, нет. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. Игнат Тихонович, я не хочу задавать никаких вопросов. Я хочу, чтобы просто вот услышите, что я вот вас уважаю. Вы, я молюсь за вас каждое утро. Игнат Тихонович, спасибо вам, что вы есть. Да слава Христу. Слава Христу, Господи, Господи помилуй. У вас... Итак, Нигич, я видел, в чем дело. Очень хотел бы попросить молитву, чтобы вы помолились за меня, чтобы я бросил курить, чтобы я бросил пить. Вот, пожалуйста, помолитесь за меня. Господи, помоги Максиму избавиться от всего, что не славит тебя. Давай помолимся вместе. Становись на молитву. Боже, милостью будь мне грешен. Избави меня, Господи, создавай, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Господи, коснись этой несчастной души, избави от ненужного, от неславящего Тебя, от разрушения храма до души. Благослови Максима и удали от него злого демона, который душит его через эти пороки. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все, мы помолились. Вы знаете, мы это самое... Я очень много лет в православной церкви. 25 лет. А вот курить бросить. Когда я вас услышал, я понял, что нужно бросать курить. Нужно бросать курить. Нужно бросать пить. Я не знал, что это вот... Ну, это грешно. Я не знал это. И материться тоже. И на книгу, спасибо вам большое. Я живу рядом с вами, на Анатолия 6. Я вам писал WhatsApp. Ну, я там не бываю. Там администрация, там они скажут. Вот как сейчас кончим говорить, я вам скину материалы о табаке и о пьянстве. Игнат Дикович, вы мне ссылку уже присылали. Я все это прочитал. Блин, я не знаю, как вас благодарить. Самое главное, что вы за меня помолитесь, пожалуйста. Еще потом. Да. Сегодня мы уже помолились. Я Володя знаю, Сергея Пупкова. Пожалуйста. Я кланяюсь вам до земли. Спасибо вам огромное за то, что вы... Слава Богу. Вы проповедуете Евангелие. Вот у нас на приходе, я батюшке написал вчера, говорю, батюшка, давайте Евангелие изучать. Он говорит, о, давай. Никто его не читает. Я только благодаря вам, я по главке в день читаю, неважно в каком состоянии. Игнат Тихонович, спасибо вам большое. Храни вас Господь. Слава Христу, Максим. Ваше Владимир Васильевна. Уповай на Бога. И сделай сейчас пост начался, не пей, не ешь 3 дня. Поставь себе первый. Да я вот сегодня я доживу до вечера, а дальше я не буду пить. Не есть, ничего не буду. Тут воды надо пить, и то с ограничением. А про водку уже и говорить не надо. Да все сделаю. Я пост, великий пост для меня самое любимое время. Вот, потому что я вот, знаете, я вот не люблю время после Пасхи, потому что там, ну, впадаешь в грехи. А вот пост для меня любимое время, потому что ты вот чувствуешь, ты вот соблюдаешь все, ты вот стараешься не есть, не пить, блин. И к Господу ближе становишься. Игнат Тихонович, ради Бога меня простите, потому что я звоню вам нетрезвый. Вот, я сегодня же исправлюсь. Пост начался. Первые 2 дня в рот не берут люди, которые могут вытерпеть ни воды, ни хлеба. Вопроса нет. Я сегодня вот в рот не возьму. Игнат Тихонович, спасибо вам большое за то, что вы есть. Да что от меня не зависит, что я есть, что нету. Это дело Божье. Да нет. Как понять, что у вас есть, что нет? Нет. Вы есть, вы призываете, вы свидетельствуете. Игнат Тихонович, вы свидетельствуете. Потому что вот хотелось бы, конечно, разгуляться, там все дела. А тут раз, Игнат Тихонович, Бог есть. Тебе нельзя.
Вот у вас такая миссия. Вот. Вы говорите, тебе нельзя. И я-то понимаю, что мне нельзя. И я не буду больше. Я не буду, правда, больше. Ну ладно, пока, до свидания. Будем молиться.